Встречайте, бриллиантовый директор Фаберлик Роза Гайнутдинова! Привет, мой любимый Фаберлик! Вы знаете, вчера, сегодня в перерывах ко мне подходят консультанты, директора, и говорят: «Рос, ты знаешь, а у меня вот такой результат, а я скинула столько-то килограмм». А кто-то наоборот говорит: «Блин, я прибавила». И я очень рада, что я у вас ассоциируюсь, да, вдохновляю вас быть стройными, красивыми, здоровыми. И очень благодарна вам за это, за то, что вы слышите, за то, что вы используете те инструменты, которые я вам даю. И так как у нас тема конференции «Вдохновение», люди, которые вдохновляют, я хочу вам тоже сказать, что когда-то на таком же большом мероприятии я услышала и меня вдохновила фраза основателя компании Алексея Нечаева, когда он говорил про то, что, вы знаете, вот есть в магазине на прилавке яблоки один к одному, цветом, размером, натертые такие силиконом. Вот это яблоки, на которых зарабатывают деньги. А есть яблоки, которые взрастили в саду, а которые, может быть, не одинаковы размером, но в них заложено столько любви, и это яблоки для еды. И вот мы делаем продукты для еды, для себя, для своей семьи. И я вас с этим поздравляю, что у нас действительно шикарный продукт, доступный, хорошего качества, за который можно бесконечно благодарить и продвигать. И, конечно, про вдохновение. Все говорят: вот этот человек меня вдохновил, вот это меня вдохновило. А как же стать тем человеком, который вдохновляет? Как же быть тем человеком, который зажигает? Как же стать тем человеком, который привлекает? Привлекает в свою жизнь бизнес-партнеров, привлекает в свою жизнь новых консультантов, привлекает в свою жизнь новые возможности. Нужно стать привлекательным человеком. Для того, чтобы быть энергичным, для того, чтобы быть зажигалкой, для того, чтобы быть солнцем и не зависеть от погоды, от того, что сегодня есть солнце, либо его нет, а быть тем солнцем самому, светиться изнутри и зажигать свои структуры, нужно постоянно, постоянно вкладывать в себя любовь, заботу. Так вот, моя любимая фраза: «Человек есть то, что он ест». И если нашему телу, нашему организму, нашим клеточкам недостаточно питания, то, конечно, у нас нет настроения, у нас лень, у нас апатия. Поэтому вы видите те продукты, которые каждый день наполняют меня, мои клеточки, питательными элементами. И поэтому, скажем так, у меня получается быть тем, кем я являюсь, да? Быть тем солнцем для своей структуры, для многих структур параллельных. И, конечно же, как только стартовали продажи нашего продукта Molecular Force, мы с Российской Лигой разработали очень крутой продукт, инструмент продаж, на котором, только продавая, покупая сам продукцию Wellness, можно стать драгоценным директором. К сожалению, мне не переключается слайд. Вот. Наведите, пожалуйста, свои телефоны на этот QR-код, и у вас у всех будет инструмент продаж,
шикарные, которые можно использовать в своих структурах, в своих командах, самому для продвижения своего бизнеса через продукты. Во-первых, быть самому всегда в ресурсном состоянии и, конечно же, зажигать на это свои структуры и при этом получать за это хорошее вознаграждение. В нашем регионе есть хорошие результаты девочек, которые сделали классные шаги в маркетинг-плане, работая по этому бизнес-предложению. Если переключится слайд, то я покажу вам этих людей. Пусть страна знает своих героев в лицо. Это Елена Марданова. Это квалифицированный медицинский специалист, который прошел обучение, про которое говорила Юлия Трап. И она очень классно, активно продвигает наши с вами продукты. Сделала результат в маркетинг-плане. Это девочка... Еще... Да, и есть результаты, когда человек из отрицания пришел к перспективам роста, то есть увидел результат, зажегся и сделал рост по маркетинг-плану. Это наша Светлана Бугрова, которая активно ведет марафоны, активно отвечает в чате. За это всем-всем низкий поклон. И вернувшись к теме нашего с вами форума про вдохновение, да? Вдохновение, вдох нового. Я каждому из вас хочу, чтобы у вас провалился жетон, да? Вдох нового. Пока вы дышите, вдохновляйте себя на эту жизнь. Жить ее ярко, красиво, сочно и успешно. Спасибо вам.